Три человека стали жертвами беспорядков в иранской провинции Курдистан. Поводом для протестов, в том числе и в Тегеране, стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за несоблюдение правил ношения хиджаба. Иран подвергся международной критике, которую тот назвал политически мотивированной и обвинил неназванное иностранное государство в разжигании беспорядков. Расследовать смерть курдской девушки призвали и в ООН. Трагическая смерть госпожи Амини и утверждение о пытках и жестоком обращении с ней должны быть оперативно, беспристрастно и эффективно расследованы независимым компетентным органом, который обеспечит, в частности, доступ ее семьи к правосудию и истине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна оплакивает смерть девушки вместе с иранским народом и призвал Тегеран прекратить систематическое преследование женщин и разрешить мирные протесты. В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан назвал реакцию США крокодиловыми слезами и подчеркнул ценность прав человека для Ирана. Цитата: «В отличие от тех, кто рассматривает их как инструмент против врагов».